этой в этом владении. А предлагает он нам хорошую скидочку и бросок из-под кольца. Первые очки для команд. И не забил он. Такая закидушечка для второго номера. Передача на второго номера. Заигрывают они его на штрафе. Не понял я Сиэтл. Он просто кинул мяч в ногу игрока Атланты. Какие-то непонятные действия. Передача в краску. Атланта, быстрая атака! Есть! 6-5 в пользу Атланты у нас сейчас. Первый тайм-аут. Очень рано, правда, он его взял. Но он, видно, нужно что-то подкорректировать ребятам. И это отыгрывают большого Атланты. У того не получилось забить. Но все-таки мяч остается у них. Восьмой номер с мячом. Заряжает 3. И попадает с 3. Алексей со средней дистанции. Атланта! Сиэтл! Отвечает. 13 номер забивают у нас. Воробьев Сергей отметился. Заиграли сейчас большого. И Эндуан фиксируют судьи. 65 номер его забил. Сиэтл. Третий номер у них в роли разыгрывающего. Да, это забил сложный мяч. И сейчас забивал. В ходах он их забивал. Атланта крутит мяч по дуге. Скидка на дальнюю сторону. 3. Маша, 35 номер на бат. В то время как Чернышев Дмитрий. Кому фол, Жордан? Номер 9. 3 заваливает. Полукрюком из-под кольца начинает Атланта свою атаку. Вторая четверть у нас стартовал, повторюсь. 3! 3! Вторая четверть у нас стартовал, повторюсь. 3! 3 сведения от 13 номера. Какая же у нас борьба на паркете. Знаете, как говорил, называют его Ити. Не повезло чуть-чуть ему, не залетел мяч в кольцо. Атака по своей идее и структуре была очень на подборе. 8 минут у нас остается в этой четверти. И 33 номер Атланты. Хороший 2 очка. Скачал и заиграли они второго номера своей команды. И теперь Атланте нужно разгонять. Это и они делают. Влетает 7 номер. Вау. Неплохо разбирается в краске 65 номер. Бить Ильназ. Или пытался найти фол. Скорее второе, чем первое. Сазановичу. Разгоняет Атланта. Неплохая контратака получилась. Но не забили они ее. И добавили потом. 5. Еще раз они задействуют. Раз за разом Шов решает. Либо Зыбин. Атланта двигает мяч. Неплохое движение. Вход и... И есть 2 очка. Не стал в этот раз...
зала у нас. Сейчас, ой, 9-й номер. Скидочка на 3-3. Попадает игрок Атланты. Бор. Не смогли подобрать игроки Атланты. И флоутер заканчивает вращение. Попадает в свой штрафной. Передачка под кольцо. И опять бросается такого снэкбэка. Не попал он. Атланта, неплохая атака. Хорошая скидка на среднюю дистанцию. Неудачный бросок от 77-го номера Сиэтла. А вот со средней. Чернышов Дмитрий просит заслон. Ставит его ему и бросает он сложный двухочковый бросок. Попадает из угла. 3-й номер будет обыгрывать 1-1. Неплохо сейчас работал 65-й номер. Но дал ему пространство. Чернышев спокойно забивает 3-ку. Никто ему не мешает. 22 очка на его счету. Чернышов со средней мажет. Сегодня лучше всех он себя проявляет в составе. Не возвращаются они назад. И забивает еще вернуться. Максимальное количество времени они пытаются убить. Но это заканчивается все перехватом от Сиэтла. Сбрасывает на Сиэтл, мажет ее. Передача в край на 8-го номера. Тот отдает на 14-го. Каничев Евгений. 12 очков уже на его счету. Оу, как обыграл. Только так они смогут сохранить свое преимущество в 11 очков. Считайте, что уже 1.5 минуты убили. Не набирало за это время. Для Атланты. Вот зачем вы это делаете? И теперь нужно набирать очки Сиэтлу. Со средней дистанции есть. Залетает двухочковый. Минус 15. Неплохое движение сейчас от Атланты, но при такой защите Сиэтла мяч двигать просто достаточно найти одного игрока под кольцом, а он там будет. Ой, добавляет Сиэтл. Он там будет. Ой, добавляет Сиэтл. Зыбин Александр это был. Чернышов тащит мяч. Со средней будет бросать. Все, 30-ку пробил. Посмотрим. Надеюсь, не будет. Ау, какой хороший пас. И нужно забить. Скидка на Дмитрия. Дмитрий 3. Попадает. Возможно, бросать уже 3 с перехода. Это и делает Чернышов. 3. Попадает Чернышов. И все становится очень интересно. Чернышов забивает. Берут тайм-аут Атланта. И реализует второй. Точно прибавили. 9 секунд. 7, 6. Какой бросок? Не фиксирует фол из-под кольца. Добавляет!